ждає там. Ну где ты прячешься? Простите, мадам. Добро пожаловать, джентльмены. Проходите, устраивайтесь поудобнее. Спасибо, по этой дороге мы знаем. Новенькая. Ты еще здесь? Боже мой, Жанна, зачем ты меня сюда? Небольшой мальчишник после помолвки. Тебе необходимо хорошенько отдохнуть. Ну ты же знаешь, я... Это кабаре, говорят, самое пикантное, пикантное место в Лондоне. Пикантное? Пикантное. Мистер Атерсон? Боже мой, доктор Джекил. Добро пожаловать, господа. Добро пожаловать в кабаре «Красная крыса». Прости, Жанна, это же леди Бекас. Да, она здесь хозяйка. Ты не знала. Ладно, я тебя привел не на нее смотреть. Тебе необходимо хорошенько расслабиться. Да, да, да. Вам просто необходимо расслабиться, доктор Джекил. По-моему, мы сегодня явно перенапряглись. К тому же сегодня новое представление. Примиленькие девочки. Ваш столик у самой сцены. Мистер Адерсон, как вы просили. Благодарю вас. Да, да. Говорят, Генри, отсюда. Говорят, когда-то мадам сама начинала здесь головокружительную карьеру. У нее был просто смертельный номер. Когда-то, когда-то я была собой, не знала прелести мужской, но что должно, то и со мной случилось. Лишь о том грущу порой, часто думать пусто свой. Боже мой, как долго я на муки дом училась. Я знаю, где, я знаю, как, но нет мужчин, все не так. Так пригласи мужчин, один виток один, платит за азанаж, как приста пригласи. Здесь нам стесняться вовсе нет причин. Выпьем, пригласим. От наших глаз нежных рук, а не от вас с ума сойдут. А если вдруг покинут нас, мы вышибаем клином клин. Как жаль, что рядом нет мужчин. Точное заключение о смерти лорда Беклсфилд даже через 30 лет. Ты еще не готова, королева красной крысы? Странно, что в этой крысе до сих пор никто никого не съел. Спайдер, накажи ее после представления. А он это умеет, и ты знаешь. У тебя 2 минуты. Какое наказание ты предпочитаешь сегодня, крыська? Ваше пресвящение. Это та заблудшая овечка, которая нуждается в отеческом утешении. По-моему, вы сами заблудились, ваше пресвященство. Ваша овечка там, наверху, прямо по коридору. Ну, направо, как обычно, идите прямо, но, конечно, не через зал. Да, наше предназначение – творить благо. Вот и творите, как сможете. Пока идет представление. Но не забывайте, мы здесь не занимаемся благотворительностью. Очень жаль, мадам. Благотворительность вашего заведения отнюдь не помешала бы вашей безупречной репутации. Павел, проводи. А ты марш на сцену, Люси, и постарайся понравиться гостям.